Новые подробности крупного пожара в Армавире. Хозяин квартиры, где произошел хлопок газа, получил ожоги 90% кожи. Он в больнице. По неофициальным данным, мужчина мог свести счеты с жизнью, открыть вентиль кухонной плиты. Закончилось все большим пожаром. Жильцы многоэтажки на улице Луначарского днем услышали грохот, похожий на взрыв, и почувствовали неприятный запах. От соседа такого здесь никто не ожидал. Не знаю, я вообще так видела, ну, спустится велосипед, возьмет, поедет, прокатится, приедет, ну, как-то его, ну, слышно там, что ругались, там, все это. Из многоквартирника пришлось эвакуировать 170 человек. Люди ждали на улице, пока пожарный закончит свою работу. Версию с бытовым газом в МЧС пока не комментируют, ждут заключения экспертов, говорят только про возгорание. К месту вызова были незамедлительно направлены силы и средства гарнизона, а также звено РСЧС. По прибытию к месту вызова первым пожарным подразделением было установлено, что происходит горение на пятом этаже. К месту ЧП было стянуто 65 человек, привлекли 25 единиц техники. Победить огонь удалось за 40 минут. Жилье на пятом этаже выгорело практически полностью. Перегородки между залом и кухней теперь нет, зияет красноречивая дыра. Не выдержала детонация и стена, отделявшая квартиру соседей. Там тоже все выгорело. Оконные стекла выбиты даже в подъезде на нескольких пролетах лестничного марша. Там сейчас работают специалисты, которым предстоит восстановить точную картину произошедшего.